Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие наши подписчики. С вами компания Arbat Homes из солнечной Алании, и я ведущая нашего YouTube-канала Татьяна Пекер. Всем привет! Да, вы не ошиблись, мы сейчас находимся на пляже Клеопатры. А почему? Потому что сегодняшнее наше предложение находится всего в 200 метрах от этого замечательного, всем вам известного пляжа. Квартира 1+1 в доме городского типа. Стоимость квартиры 52 тысячи евро, полностью меблированная и со встроенной бытовой техникой. Не буду больше отвлекать вас от темы. Давайте поближе посмотрим с вами квартиру. Дорогие друзья, вот мы и на месте. Дверь, смотрим, сколько замочков. Все для вашей безопасности. Никто вас здесь не украдет. Итак, мы находимся в 200 метрах от пляжа Клеопатра. Смотрим квартиру 1+1. Сразу цена 52 тысячи евро. Холл. Начинаем с холла. Квадратный, удобный. Планировка в этой квартире умная. С левой стороны ванная комната. Я хочу показать. Понравилась цветовая гамма. Полностью все у нас здесь отремонтировано. Душевая кабина, новая сантехника, плитка. Также это можно сказать и про всю квартиру. Сразу скажу, дом не новый, год постройки 2000-й. И буквально недавно сделали здесь ремонт полностью от А до Я. Сейчас будем смотреть все-все подробненько, детально. Вот здесь есть небольшая ниша. Как обычно, устанавливаем сюда встроенный шкаф. Очень высокие потолки, это тоже хорошо. Почему планировочка умная? Потому что нет бесполезного длинного коридора. И из этого квадратного холла сразу ванная комната. Здесь у нас гостиная и тут у нас спальня. 1+1, 65 квадратных метров. Приятная цветовая гамма, хорошая такая, знаете, атмосфера, скажем так, в этой квартире, хорошая энергетика. Вот сразу обратила внимание, когда пришла сюда, обратила внимание на кухонный гарнитур и то, что вся встроенная бытовая техника у нас уже есть. Холодильник новый, дальше вытяжка новая, я все проверила, варочная поверхность новая, новая у нас плита и бэушная стиральная машина, но все в рабочем состоянии. Также имеется телевизор. Телевизор новый, два кондиционера, как в гостиной, так и в спальне. На кондиционерах, вот оператор пусть покажет, даже еще не снята пленка. Мы уже открыли, потому что немножко душно было, чтобы нам было попрохладнее делать съемку. Видим здесь модем, интернет уже проведен. Эта квартира состоит только из одних плюсов, честное слово. Единственный минус то, что у нас год 2000-й постройки, но полностью все обновлено. Кухонный гарнитур новый, вишневый, белый. Кухонная зона тоже удобная, на 4 персоны, очень такие стильные стульчики. Диван хорошо, свекольного цвета скажу, угловой диван, очень люблю угловые диваны, присутствует также журнальный столик, очень удобно, вечером чай, кофе, пьем, телевизор смотрим. Шторы, текстиль тоже очень приятные, все это новое, напоминаю, очень понравились, также симпатичные люстры, они очень хорошо вписываются в эту квартиру, здесь есть как над журнальным столиком и также над обеденной зоной. В этой квартире есть два балкона, выход из гостиной и есть еще отдельный балкон. У нас и выход на него имеется из спальни. Этот балкон опоясывает у нас гостиную полностью по периметру. Выход на запад и на юг, то есть у вас и днем, и после обеда будет солнышко. Балкон, который у нас в спальне, выходит на запад. Небольшой, сушку поставите и достаточно. Смотрим с вами подробненько спальню. Спальня небольшая, но опять же квадратная. Поместилось все, что нужно для вашего комфорта. Это у нас двуспальная кровать. Мебель также новая. Боже, как я люблю вот эти вот спинки. Приятные на ощупь. Одна тумбочка у нас прикроватная имеется. Кондиционер, напоминаю, новый. Даже не сняли пленку. Есть симпатичный шкаф трехстворчатый и выход на балкон. Вот такие шторы у нас очень популярны. Я их называю зебра, а наши клиенты, те, кто приезжают, всегда говорят, что это день-ночь.
Все правильно. Выход на балкон на запад. После обеда здесь будет у вас солнышко. Я думаю, вы оцените этот балкон, насколько он большой. Я бы посоветовала балкон застеклить. Вы можете поставить сюда все, что вы хотите, позволит площадь. Видим, за мной есть кран. Что это такое? Мы приходим домой, балкон моем, освежаем и ужинаем на балконе. Давайте подводить с вами итоги. Мы смотрели с вами сегодня квартиру, которая состоит только из одних плюсов. Это 200 метров от моря, это 200 метров от пляжа Клеопатра. Это 1+1. Это дом городского типа без инфраструктуры. Лифта в доме тоже нет. Мы находимся на первом турецком этаже. На первом этаже у нас имеется магазин, и аптеки точно не посмотрела, по-моему, кафе. То есть, по-вашему, это фактически второй этаж, то есть не напольный первый. Дальше площадь квартиры 65 квадратных метров, два балкона. Окна выходят на запад и на юг. Значит, у вас и днем, и после обеда будет солнышко. Год постройки 2000-й. Квартира полностью отремонтирована, полностью от А до Я. Все, что мы видим, все в стоимость входит. Новая мебель, новая встроенная бытовая техника, кондиционеры, интернет, телевизор, все абсолютно здесь присутствует. Стоимость нашего предложения 52 тысячи евро. Те, кто приезжают с детками, очень удобно, потому что за нашим домом, в 100 метрах буквально, находится частная школа Исабет, Исабет Окулары. Так что, дорогие наши, не упускайте это предложение. 52 тысячи евро, 1+1, 200 метров от Клеопатры. Пишите, звоните и будем дружить с семьями.